Мы уже так привыкли. А в конце круга парень говорит, что если я кого-то обидел, значит, вы подойдите ко мне. Если я что-то говорю не то, вы подойдите ко мне один на один. Не надо при всех, я вас услышу. Потом я проводила медиацию там между девочками, потом я проводила 5 занятий. И они говорят, мы стали дружнее, мы уже не волки. Мы не верили, что такое возможно. Что я с ними никогда не думала, восстановить подход, он же не заигрывает. Они манипулируют. Он ничего не понимает. Что тебе важно? Как ты видишь? Что для тебя будет лучше? Очень часто что-то готов делать, вот тут был у меня 6-й класс, я хочу быть лучше. Я хочу быть лучше. А был 5-й класс, и когда пройдя класс, еще одна девочка села слов и встала и говорит, я кому боль принесла, вы меня простите, вы извините меня, я прошу прощения. Там через 3 мальчик встал и говорит, вы извините меня, я прошу. А я сижу, слезы у меня текут, я даже сейчас вспоминаю, у меня поволок. Потому что это единственный был у меня такой круг, где вот 6 человек. Вот я сижу и справиться с собой не могу, они но я, слава богу, не на взрыв, они просто текут, но от радости, что ли, какой-то. Что их ведь не то. Извинись, что-то перерождение. И на кругах вот это очень часто бывает. Один мальчик после круга говорит, а давайте вот, а нет, ну там делает перерыв, он подбегает к 7-му классу, говорит, а давайте сейчас. Каждый пусть извинится перед другими. Ну, вот как-то у него это пошло. Я думаю, мы не можем заставлять, но если ты хочешь, мы сейчас будем продолжать, если ты и вот до него человек. Это для них, понимаете, здесь смелость, что-то, какая-то трансформация. Вот. А потом я говорю, я для вас готова провести 5 занятий, чуть-чуть общаться, медиацию, если нужно, круг там по сложной ситуации. Вот.